По какой причине задержаны? За мошенничество. При каких обстоятельствах совершили преступление? То, что приехал на адрес, забрал деньги. Какую сумму нужно было бы забрать? То есть, точную сумму на тот момент я не знал, но вот. И когда забрал деньги, пересчитывал, то есть, ну, у меня было ошибочно, то есть, 390-380, так вот, то есть. У кого забирали, у мужчины, у женщины, возраст? Женщина пожилого возраста. Куда потратили денежные средства? Получается, прогулял, покупал вещи, покупал себе смартфоны, потом снимал комнаты. А, то есть деньги вы все присвоили себе? Да. А по инструкции, что вы должны были сделать, куда эти деньги? По инструкции я должен был доехать до банкомата, 10% забрать себе и оставшуюся сумму, то есть я должен был перевести на данный мне счет. Свою вину признаете? Да.